В дежурную часть 2-го городского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от жителя города Москвы о том, что от дома в деревне Измайлово неизвестный похитил автомобиль отечественного производства. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 25-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.